Жителям затопленного Орска напомнили про Каховскую ГЭС. Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Дамба продолжает разрушаться. В сети напомнили жителям России, как они радовались, когда их оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Архивные кадры. Оккупант из 205-й бригады орков, которая была исполнителем подрыва Каховской ГЭС, смеясь и потешаясь, снимает первые минуты последствий преступления фашистов. Ну что, Орск ощутил на себе по полной, каково было украинцам после подрыва Каховского водохранилища. Если в Москве Химкинская прорвется, столица почти вся уйдет под воду. Бумеранг! Он должен возвратиться точно на то же место, откуда его бросили. Я в этом...